Именно в этом и заключается особенность украинского борща. Мы делаем шквар. Готовить украинский борщ со шкварками и чесноком Марина Цатурян научилась у своей украинской бабушки. Она всегда говорила, нет такой украинки, которая бы сходу не перечислила несколько вариантов приготовления борща. Сначала попробовала дома сама, а потом мы начали готовить здесь. Как говорила она, в нем моя душа. Я его с любовью готовлю. Красный борщ – это традиционное блюдо и визитная карточка украинской кухни. Его подают в специальных хлебных горшочках. Мы открылись всего 2 года назад. Очень много гостей сюда приходят, и славян, и армян. Это место сближения 2 кухонь, а через них и 2 культур. Армянам очень полюбились украинские блюда. И, конечно же, здесь подают нежнейшее украинское сало, которое специально доставляют из Украины. Ведь украинцы жить без него не могут. И это не миф. Это реальность. Потому что даже сейчас у меня в холодильнике есть сало, хоть и армянское, но оно там есть. Но самое еще смешное, что даже теперь мой муж не может жить без сала. В мамину тетрадку с кулинарными рецептами, которую Вика привезла из Киева, она добавляет и армянские национальные блюда. Сегодня на ужин хурджин – мясное рагу с овощами в мешочке из лаваша. Ну и потом вот так вот, типа гармошечкой можно все это собрать, чтобы сверху получился такой хвостик. Хурджинчик такой делаем, древний. Я никогда хурджинчик не видела в своей жизни. Но я прекрасно понимаю, что это могло бы быть. В Украине это называется торба. В этой ереванской квартире есть отдельный уголок Украины. Традиционный женский национальный головной убор, венок с маками и старинная свадебная вышиванка. Приданое прабабушке пришло Виктории как семейная реликвия. Притумною соловей щебече, він усю свою пташину до гніздечка кличе. Слова песни на украинском мове годовалой Біанні пока непонятны. Она родилась в Армении, о том, что у нее есть и вторая родина, пока даже не догадывается. Белокурая девочка с древним армянским именем, долгожданный малыш киевлянки Вики и ереванца Сурика. Когда Урарту называли свою страну Біайнілі, или в других записях переводится как Біайніані. То есть Біайна, я не знаю, что это значит, но, скорее всего, может быть, победа. Может быть, какая-то своя интерпретация из урартского. Поэтому мы решили что-то такое необычное ей прикрепить. Мне очень понравилось, оно связано как раз-таки с моей любовью к Армении. История любви Виктории и Сурена началась с виртуального знакомства. Онлайн-общение через год привело к реальной встрече. Через год Вика сделала мне сюрприз и приехала в Ереван на свадьбу к своей подруге. Мне позвонили с незнакомого армянского номера, и вдруг знакомый голос сказал: «Я приехала», и мы встретились. Вика признается, несмотря на все уговоры подруги остаться в Армении, она была непреклонна. Но, видимо, судьбе было угодно именно так. Я пошутила, говорю, вот если Сурик на мне женится, говорю, тогда останусь и выйду замуж. Просто ляпнула, поверьте, никаких мыслей тогда еще не было. Вот так и получилось. Удивительно. Ведьма. На родине Вики в Киеве весть о замужестве в далекой Армении восприняли настороженно. Когда бабушка сказала, что я уезжаю жить в Армению, выхожу замуж, она говорит: «Боже, ты что, дочь, там же мусульмане!» Я говорю: «Бабуля, спокуха, все нормально, там первые христиане, все хорошо, а церковь там есть?» «Есть церковь, бабушка, есть». Угу. «А что ж ты там будешь есть-то, одну баранину?» «Бабушка, там есть все. В мире вообще сейчас есть все везде. Это же не горы. А их что тебе украдут?» Говорят: «Да не украдут, я же уже замуж выхожу». В Армении украинскую невесту и ее старшую дочь от первого брака Настю приняли с традиционной теплотой. Помогаем друг другу, общаемся, все праздники проводим вместе, ну, как положено. Вместе пара уже 8 лет. Несмотря на разный менталитет и темперамент, у них есть свой секрет счастья. У нас очень разный характер. Я взрыв, а он вот такой спокойный. Смотрит на меня, я там бушу, и все летит, молнии пускаю всеми местами. Он смотрит и говорит:
Ну, наверное, если бы кто-то рядом со мной взрывался, то мы взорвались бы вместе. А так я потихоньку смотрю, он не реагирует. И я так раз и успокоилась. На сегодняшний день в Армении официально проживает чуть больше 500 представителей этой нации. Не забывать родной язык помогает воскресная школа при Федерации украинцев в Армении. Эдик, ничего. Пиши, как сегодня. Все, как мы пишем. Сьогодні день. Преподаватель украинского языка, армянка Алина Оганесян, родилась и выросла на Украине. Всегда мечтала жить на родине предков. В Армению переехала 6 лет назад. Занялась журналистикой, но Украина ее не отпустила. Из Украины, когда я переехала в Армению, поняла, что Украина во мне слишком крепко сидит и не отпускает. Хотя я не преподаватель по образованию, но понимаю, насколько это важно слышать свое родное слово, живя вдали от родины, я поняла, что я должна тоже эту миссию взять на себя. Учебники и методическую литературу предоставляет посольство Украины в Армении. Дипломаты – почетные гости на всех мероприятиях. Сегодня Федерация отмечает 150-летие знаменитой писательницы и поэта Лесі Українки. Поэты славили в песнях, немов красу дівчину, від неї переймали сміх і жарти, і таночки. Эдуард – один из трех победителей интернет-конкурса «Чтение стихов Лесі Українки». Мама Алена помогла сыну не только полюбить украинскую поэзию, но и понять ее глубокий смысл. Писатель Тарас Шевченко так любил свою родину, то, что даже готов был сделать все. Но его из-за того, то, что он нарушал правила, его сажали в тюрьму. Первое украинское поселение в Армении появилось в 19 веке. Тогда малороссийских казаков из Полтавской и Черниговской губернии выселяли на Южный Кавказ Российской империи. Об истории украинцев, о культуре и традициях народа можно узнать в ежемесячной украинской газете «Днепр Славутич». Ей уже почти четверть века. Вот смотрите, здесь даже наши старые президенты. Я отсканировала первую страницу этой газеты. Самый первый номер «Днепр Славутич». Он вышел в апреле 1997 года. Газета издается на украинском языке, тираж 500 экземпляров. Я газетой стала заниматься с самого начала, как только стала председателем украинской общины. У меня уже был небольшой опыт, и поэтому я сумела сохранить газету. И очень горжусь этим, потому что иметь свой печатный орган – это очень важно для общины. Мы в газете освещаем все наши мероприятия. Они у нас обычно проходят очень красочно, и, конечно, бывают много фотографий. И мы обязательно освещаем это и размещаем фотографии. Людям интересно читать. Федерация украинцев в Армении начиналась с Харна Дивчин, которые остались здесь из-за любви. Раз в неделю они обязательно собираются вместе без своих армянских половинок. Просто поболтать, посплетничать о своем, о женском. И, конечно же, попеть заводные украинские песни. Днепро в Армении любят. Уже четверть века он постоянный участник концертов в республике. Около 100 песен есть у нас в репертуаре. У нас есть на разных языках мира даже. Не только на украинском поем. Мы поем еще и на армянском. И на других языках наших нацменьшинств, которые проживают в Армении, поем «Тбилисо», «Сулико» и другие песни, греческие, польские. Нас здесь знают, любят, и когда приглашаем, они обязательно приходят и нас поддерживают. Украинцы в Армении стараются отмечать все государственные праздники своей исторической родины. День независимости Украины – один из них. К нему обязательно готовят концерт. Красочный, зажигательный, в традициях яркой украинской культуры.